школе номер 5 города Каспийска состоялось открытие мемориальной доски памяти героя Советского Союза Ахмеда Абдулмеджидова. Началось мероприятие с гимна России и стихотворения о героизме наших солдат во время Великой Отечественной войны. Под победными маршами шагали много славных российских имен. На гранитную вечность писали верность, доблесть, отвага и честь. Эти качества не на показ. У отчизны героев не счесть. По словам организаторов, основная цель – это воспитание у школьников патриотических чувств героическим подвигам нашего народа, уважительное отношение к защитникам Родины, а также развитие творческой и познавательной активности. Отметим, что гостями мероприятия также стали родные герои, а именно его внучатый племянник Магомед Юсупов, который, в свою очередь, обратился ко всем присутствующим и поблагодарил за организацию такого мероприятия. Очень приятно, что нас пригласили. И такое событие хочу в первую очередь поблагодарить коллектив учителей этой школы, инициаторов, честь кого назвали вашу школу. И от всего нашего рода, от Абдулмеджидовых, хотим выразить большую благодарность. Кроме того, на встрече подробно рассказали о подвигах Ахмеда Абдулмеджидова, о его наградах, победах, семейной жизни и многое другое. Вскоре директор школы номер 5 Марьям Гасанова совместно с внучатым племянником героя СССР Ахмеда Абдулмеджидова Магомедом Юсуповым провели торжественную церемонию открытия мемориальной доски. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о всех погибших солдатах во время Великой Отечественной войны.